Культурная контрабанда. Из Запорожья в Россию пытались вывезти предметы культурного наследия. 3 старинные статуэтки и охотничий нож. Запрещенные для вывоза предметы были найдены таможенниками с помощью рентгенаппарата среди личных вещей пассажира в аэропорту. По заключению областного художественного музея, статуэтки признаны изделиями конца 19-го – начала 20 веков, имеющими историческую и культурную ценность. Санкция статьи о нарушении таможенных правил предусматривает конфискацию в пользу государства предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости. Сейчас предметы старины изъяты.